Ну, нельзя так все прагматично, понимаете. Я сторонник идеи Андрея Андреевича Власова. Вот, и, но, с другой стороны, мой дед погиб, сражаясь за Родину, и я не сторонник идеи Адольфа Гитлера. Я сторонник белой России, антикоммунист. Но исторически победа была, и это такая, считаю, важная победа. Победил не Сталин. Сталин сделал все, что мы проиграли войну. Вот, благодаря Сталину пролилось столько крови. Но, тем не менее, это победа всех тех, кто жил в России. Те, они были русского народа, победа всех, так сказать, собственно говоря, россиян. И думаю, что этим можно гордиться. И здесь вполне уместны эти праздники, хотя бы для истории, хотя бы для молодого поколения. Вот это не ура, патриотизм, хотя очень многое зависит от того, как это все будет сделано. Как, понимаете, то есть должна быть реальность, должна быть то, что было на самом деле. Я за то, чтобы это все-таки было.